Четвертая благотворительная ассамблея прошла в Доме ученых. 6 детей-стипендиатов в этом году получат финансовую поддержку от благотворительного фонда «Астростелла». Юная скрипачка Анна Кривцова в их числе. В 2015 году она стала лучшей на всеукраинском конкурсе «Серебряная нота». Я в детстве сначала играла на фортепиано, но потом мне как-то казалось, что это не мое, и я больше хотела пойти на скрипку. Я играю на скрипке 6 лет. И участвовала почти в каждом конкурсе. В прошлом году был самый крупный конкурс. Серебряная нота, первое место получила. Каждый из стипендиатов – особый ребенок и нуждается в поддержке. Есть очень, конечно, много сирот, которых тоже нужно поддерживать, и чтобы они свои таланты развивали и показывали не только нашей стране, но и всему миру. Мальчик – художник и девочка – певица. То есть это девочка-сирота, а мальчик только с папой живет. Деньги на стипендии юным дарованием собрали в ходе благотворительного аукциона. Среди детских работ – портрет Александра Пушкина, выполненный в уникальной технике пластилином, а также керамическая икона. Есть две книги нашего народного артиста Бориса Барского. То есть собрали самое интересное, что людям, я надеюсь, понравится, и они захотят это купить. На аукционе удалось продать практически все лоты. Среди них уникальные коллекционные вина, картины и аксессуары известных дизайнеров. Ольга Китик, Павел Репин, Евгений Чменцев, Думская ТВ.